Приветствую вас, уважаемые друзья, вы на канале Hobby Fly, и сегодня у нас небольшой юбилей, у меня небольшой юбилей. Канал достиг определенного рубежа, и, как я обещал, мы проведем сейчас розыгрыш квадрокоптера, и не только, это будет сюрприз. Недаром я нахожусь под новогодней елочкой, и у нас, собственно, чудеса еще не закончились. Вот, хотел я, чтобы у меня, конечно, все это свершилось до Нового года, но вот получилось так, что в Новый год мы вошли, я вошел, потому что, в принципе, каналом занимаюсь только я один в свободное время, и канал для меня это как бы мое тоже, скажем так, хобби. Я не стремлюсь получать какой-то там доход с YouTube, там быстрее давайте набирать там 1000, там 2, 3, 5 там и так далее. Нет, здесь нет никакой такой самоцели. Вот, просто прикольно, чего, ну, 1000 подписчиков, давайте, может быть, побольше наберем. То есть пока интересно, буду заниматься. Я хочу вам сделать небольшой сюрприз. Вот, и вместо одного приза мы сегодня разыграем 3 приза. Значит, ну, в первую очередь заставим из-под елочки разыгрываемый квадрик. Этот квадрик на раме Martin 2, 220 мм в базе. Моторчики здесь стоят. Я, естественно, ничего не помню, поэтому взял такую шпаргалку для себя. Этот квадрик рассчитан на работу с аккумуляторами 4S, хотя, в принципе, регулятор поддерживает до 6S. Но полетник, моторы, они все, в общем-то, под 4S. Как я уже говорил, рама достаточно старая. Мартин второй, он уже давным-давно как бы вышел, так сказать, из трендов. Ну, рама отличная, отлично сбалансированная. И на первый раз, как бы на первой, да, это самое оно. Вот, то есть первый квадрик для того, чтобы войти в хобби, это вот самое оно. Его можно, в общем-то, бить, колотить, и я не знаю, вот сколько вот, это бушная рама, я именно на этой раме учился летать, вот, сколько у меня было крашей, в принципе, единственное, что у меня было заменено на этой раме, только вот эта вот нижняя пластина, вот, я вот здесь вот сломал у этой пластины вот здесь вот, ну, скажем так, задницу условно. Вот, моторчики здесь стоят у меня 2205 размером на 2300 кВ, абсолютно бюджетные моторы. На первое время, ребята, вам должно хватить, потому что моторы потом, в принципе, можно и поменять. Но, как сказать, для того, ну, понять, что это такое, полетать, это, в общем-то, на это хватит. Полетник, как я уже говорил, Omnibus на процессоре F4 версии 2. Стек здесь 30 на 30 мм. Гира здесь стоит стандартная MPU 6000, самая надежная гира, которая может быть, и самая не менее шумная. А 7 гиры, они с ними более сложно настраивать, и пиды, и они более чувствительны к вибрациям рамы, вибрациям, поступающим от моторов. Регуляторы здесь стоят весьма, кстати, неплохие. Как я говорил, что это регули под батарейки могут от 2S до 6S. Они рассчитаны, рабочий ток у них 40 ампер, в пике могут до 50 ампер разогреваться. Поддерживают D-Shot 150, 300, 600. Сейчас данный полетник прошит под 1677 прошивку BLHLS. И настроен на этом квадрике двухсторонний D-Shot для того, чтобы, соответственно, получать информацию о вращении моторов с регулятора на полетный контроллер. Это позволяет полетнику более эффективно бороться с вибрациями и более эффективно применять фильтры. Далее, значит, видеопередатчик здесь стоит дешманский от Real Ac Racer, некий Racer. Здесь у него есть всего лишь две мощности, это 25 и 200 мВт. Под разъемчиком MCX имеется смарт-радио, и у него питание как бы 5-вольтовое, то есть нужен бэк на 5 вольт, что, собственно, здесь тоже установлено. FPV-камера здесь стоит тоже, ну, как бы дешевая, это HiNet, я даже не знаю точно ее марки, потому что данная камера стояла на HiNet Tira, об этом я говорил в предыдущем своем ролике. Вот. 700 ТВЛ, вроде как 12-вольтовый, то есть ей нужно, блин, 12 вольт, это, конечно, жесть для камеры. Питать 12 вольт, это, я не знаю, бульдозер какой-то. Я здесь поставил специальный бэк для питания камеры 3-амперный, который может работать на 5 и на 12 вольт при помощи
установленной перемычки. Все это я подробно рассказывал в видео, в предыдущем видео, где я собирал данный квадрик. Не будем здесь как бы на этом останавливаться. И приемник здесь стоит, кстати, достаточно неплохой, от Forsky RxSR с поддержкой протокола ACCT, если я правильно произношу. Вот. Вся электроника за, значит, гермечена силиконовой жижей от Spinner Protection, поэтому, в принципе, ребят, вы можете уже начинать пользоваться данным квадриком зимой. Можно летать, конечно, без фанатизма, но, я думаю, падение в снег он переживет на раз, два, три. Вот, ничего ему не будет. Топить его, конечно, где-нибудь там в озере или в реке я не рекомендую, но пару раз упадете снег, вытряхните, ничего страшного с ним не случится. Потом просушите и без проблем будете летать. Следующим призом, который мы будем разыгрывать, это будет вот такая вот рамка. Рамка бушная, я ее использовал, это реплика рамы XL8 360 мм, XL8 от iFly. Реплика, которая сделана всем известным магазином, надеюсь, всем известным, да, Ready to Sky, который достаточно быстро отправляет, но у него в основном там продаются, скажем так, подделки. Рама, как я уже сказал, бэушная, поэтому я ее разобрал. Вот такая вот рамка, давайте я вам покажу. Вот. Рамка на долголет. Можно сделать долголет, дальнолет, или не знаю, как еще хотите назовите. Тоже попробовать, что это такое, дальнолеты, долголеты. Полностью все элементы карбоновые здесь присутствуют, даже с излишком. Здесь, по-моему, три запасных луча. Значит, чем отличается эта рама от оригинальной рамы? Здесь лучи 4 мм, а у оригинальной рамы iFly-овской лучи 5 мм. Кстати, здесь есть лучи немножечко даже треснутые, вот у меня я как бы тут ломал. Вот. Но я думаю, напервой хватит. Можно собрать эту... Здесь столько много лучей, что можно собрать раму полностью без дефектов. Вот, это будет у нас второй приз. Ну и третий приз, это скорее всего утешительный. Две антенки на 5,8. Работают, кстати, неплохо, несмотря на их такую, скажем так, как бы это выразиться, нелепую, ну, громоздкость, да. Вот, на одних нарисованы очечки, на других нарисован квадрокоптер. Вот, одну ставите на очечки, другой на квадрокоптер. Значит, под СМА разъем, на одном, соответственно, СМА мама, на другом СМА папа. И вдобавок я добавлю вот такой вот универсальный крепеж из ТПУ под 35 градусов. Можно закрепить на любой квадрик под GoPro Session 5. Что нужно еще докупить квадрику, ну, чтобы, так сказать, полностью войти в мир в FPV хобби, попробовать полеты? Ну, естественно, вам понадобятся очки. Я бы рекомендовал, наверное, начать со шлема. Есть ченнерский шлем EV80DM, он достаточно недорогой. Вот, что-то там в пределах что-то $80, что ли, вроде, я ссылку оставлю в описании под данным видео. Вот, ну и нужна будет аппаратура. Аппаратуру я рекомендую брать либо Juniper T8SG+, третьей версии, либо Forsky Taranis X9 Lite. Вот, это недорогие апы и очень, скажем, неплохие. Вот, а так смотрите на ваше усмотрение, вы можете взять что-то подороже, в принципе, неплохие аппаратуры радиомастер. Моя, кстати, мой радиомастер, блин, он уже в России, но никак, я хоть думал, что он до Нового года приедет, но все-таки он застрял на таможне, где-то сейчас на просторах Российской Федерации либо лежит на каком-то складе, либо едет, в общем, неизвестно. Можно еще, в принципе, снять отсюда приемничек Forsky и поставить какой-нибудь дешевый флайскаевский приемник и купить флайскаевскую аппаратуру. Флайскаевская аппаратура стоит порядка 2,5, ну там под трешку что-то, 2,5 тысяч. Ну и приемничек там можно найти тоже в пределах, там, не знаю, 800 рублей. Вот, это очень тоже дешево получится. Ну, я не люблю флайскай, не знаю, у меня был флайскаевский флайскаевская аппаратура
по-моему, как же она называлась-то? В общем, ладно, не помню сейчас. Не знаю, мне что-то FlySky не зашел, в общем. Народ, ну а теперь давайте перейдем к условиям розыгрыша. Значит, условия розыгрыша очень простые, как и у всех на YouTube. Это обязательная подписка на канал. Оставляем комментарий под данным видео, где указываем свой e-mail. Добавляется еще одно условие. Нужно сделать будет репост в любую из соцсетей данного видео, да, и в комментариях под данным же видео оставить ссылку на данный репост. Иметь открытый аккаунт на YouTube. Вот, поставить лайк данному видео, да, как же без этого. Ну и, значит, будет учитываться один единственный комментарий при розыгрыше от одного пользователя. Все, на этом все. Спасибо всем большое, что смотрите мой канал, что подписаны на меня. Те, кто не подписаны, подписывайтесь. До новых встреч в новом году. Я думаю, сейчас уже в ближайшее время Новый год к весне поворот, да, приближается наш летный сезон, будет много интересных видео. Еще раз всех с наступающим Новым годом, всем пока!